Ну вот и все. Машина уезжает, машина продана, клиент довольный. У нас тут полновато сегодня. Небольшая стройка. Вот, человек уезжает, все хорошо. Сейчас человек еще привыкнет. Палец вверх. Это хорошо, это нас радует. Все, хорошей дороги. Audi Q5, M3, M340XI. У меня была мечта, никаких ебаных игр. Я всего лишь хотел уплатить. Занимаемся. Процесс идет по восстановлению Audi Q5 на Ускат. Машин в наличии не так много. Mercedes Mazda MX-5. 1 800 000, 2 800 000 поднятый. Кто знает, тот знает, почему поднимаются машины мордой. Забирайте. Ребят, у меня, к сожалению, Instagram Direct вообще не работает. Вот пишите мне сообщения, не все долетают. Если я с вами раньше общался, то есть. А вот если вы новенькие, то, к сожалению, Direct вообще не приходит. Я думаю, о, какая... Я думаю, у многих сейчас так, поэтому вот здесь мои контакты, WhatsApp, Telegram, пишите смело. Пока я усиленно работаю, мне не хватает времени выезжать на классных японских машинах и привозить их пока в порядок. Поэтому вот она стоит вся пыльная больше 2 недель уже, потому что я улетал в Сочи, подкинули диски, надо подкинуть проставки, чтобы нормально было. Вот диски взял погонять у друга, он любезно согласился, потому что она была на зиме. Но, кстати, блицы нормально смотрятся, мне нравится. Но в целом Супра хороша. Давайте лайкосик за Супру. В общем, тут такая ситуация. Приехал клиент, забрал у меня Q50, который я вчера выиграл. Ну, под него торговали. И он приехал на C-классе и говорит, надо продать. Вот C-класс, номера, говорит, в подарок, 2 комплекта резины. Год не помню, напишу текстом. Вот такая ешечка, вроде как ухоженная, просит недешево. Я не знаю, какой у них рынок. 161 тысяча километров пробег, 1 800 000. Вот 1 800 000 забирайте, если кому вдруг надо. Клиент переходит на Infiniti Q50. Следующий сторис я покажу, какой офигенный Q50. Вот. Забирайте. Мама, show me sunshine. А мы построим по небе домик.